Привет, народ. В общем, поехали. Понедельник у нас сегодня. Аккуратненько так вот. Краечку мы откроем. С краечку. В общем, записулечка есть. Давайте я почетче одену. Поглядим, что это за ножичек у нас изначально. Грандвей какой-то. Какой-то грандвей, в общем. Давайте посмотрим. Так, есть записочка, и что очень правильно, в записке указан номер телефона. Ребята, пожалуйста, если пишете записку, здесь оставляйте свой номер телефона. Почему? Потому что вот эта записка у нас приехала откуда? Зі Львову. Приїхала посилочка, але була переадресація. Вот так вот давайте покажу, що здесь, видите, да? Дві наклейки. Тобто одна наклейка, потім переадресація, опять нова почта куда-то не туди відправила, і вторая наклейка. На второй наклейке буває, що дані хазяїна, а буває, що либо мої дані, либо дані працівника нової почти, ну, тобто номер телефону, і буває, що нужно вот эту наклеечку срывать, или она вообще не срывается, или отрывается, поняли ви, да? С данными человека. В общем, посылка зі Львову, а записка на русском языке, чтобы вы понимали. Так, доброго времени. Заточить, выставить клин, винты на фиксатор. Если не... Вот я вот этого вот не понял. Вот четвертый пункт, народ. Я фиксирую вот так вот. Пожалуйста, кто может прочитать, если найдете возможным, что ли, действующий. Я не пойму, что за действующий, что там за... Ну, в общем, кому интересно, перемотайте, пожалуйста, и напишите, что там написано, что там. В общем, клин не по центру, человек не смог выставить. Это мы сейчас поправим, а потому что вот он, болтается немножко. И здесь прям люфт хороший есть. Ага, вот здесь вот, видите, да, подтертый клин, ну и вот так вот нож заточен. Все понятно. Что, народ, поехали, в общем. Четвертый пункт я так и не понял, если найдете в... Вот ничего не понял, честно. Вот, давайте еще раз. Четвертый пункт, ничего не понял я. Как-то. В общем, что мы делаем? Мы сначала приведем клин в порядок, да? Смотрим, что тут у нас. Есть. В общем, все понятно. Здесь как-то вот, видите, да? Неравномерно это все. Здесь все как-то неравномерно, очень сильно. Очень сильно недотянуты винты все. Мы их сейчас... Они вообще не затянуты, то есть как-то это все немножечко так разболтано прям. И здесь все тоже разболтано. То есть с этой стороны тоже. Угу. Все разболтано, а здесь он винтика даже не хватает, видите? Может, это что-то там про винтики написано? Если найдете недостающий, недостающий, короче, морки, шорки. Короче, не пойму, вот последнее предложение.
Короче, недостающий винтик у нас есть. Недостающий винтик. Мы сейчас попытаемся как-то его найти и под замену. Поехали. Винтик нам нужен. Так. Недостающий винтик. У меня здесь чего только нет, а вот такого винтика нет. Даже есть, видите, оригинальный винт с Широгорова 111. А вот такого прям, чтобы подошел и стал. То прям, по-моему, нету. Или же вот этот вот подойдет, да? Все, есть, по-моему. Есть, короче, наверное. Ну-ка. Сильно отличаться будут, да? А, по-моему, не сильно. Чуть-чуть диаметр. Больше, в принципе, мы можем диаметр винтика даже уменьшить. Ну-ка, сейчас посмотрим, как он сюда подойдет. Да, чуть-чуть мы его уменьшим, но он сюда станет, видите. Хотя, вроде вообще не отличается даже. Да? Прям огонь-огонечек. Но чуть-чуть давайте мы его, наверное, все-таки по диаметру уменьшим. Или не надо, сейчас посмотрим. Я думаю, чуть-чуточку все-таки нужно. Угу. Короче. Да. Что-то я просто не знал про него. Он мне сейчас написал, что завтра будет Николай, я там лучше мотнусь. Да, бро, давай тогда. В общем, народ, походу, что завтра я поеду в Николаев и подрихтую наконец-то себе спину. Короче, вот такой вот патрончик берем. Там, видите, зажата бонка алюминиевая. Это не от этого ножа, родная вот боночка. Это алюминиевая у меня запасная есть боночка. Аккуратненько в шуруповерт вставляем это дело. И делаем немножечко меньше диаметр шляпки болта. Так. Так вот. И я думаю, что теперь все просто станет как положено. Раз. И я думаю, что теперь просто будет огонек. Ну-ка. Все четенько, прям видите туда. Подошло. Прям замечательно. Все стало. Теперь. Вот эту историю, наверное, давайте мы сразу здесь где-то, наверное. Не, лучше все-таки здесь, где она и должна быть. Раз. Два, три, четыре, пять. Так, буночка это сюда. А эта буночка сюда. И теперь зажимаем и проверяем. Затягиваем вот так плотненько. И все, попробуйте отличить. Ничем не отличается. Наш болтик, винтик, шпунтик. И все замечательно, народ. Так, теперь, нет, давайте не этим, а давайте вот этим. Так, это сюда, а это сюда. В общем, осталось теперь жену уговорить еще в Николаев съездить. Потому что хочу спину трохи подровнять. И ей тоже, чтобы подровняли спину. А в Николаев иногда еще прилетает, в общем. Вот я теперь думаю, с Илюхой ехать безопасно или не совсем. Потому что Илюха сам дома не захочет остаться с бабушкой. С бабушкой сам дома не захочет остаться Илюха. А там бывает прилетает, в общем. Поэтому... Так, а где же? У меня здесь алмазный инфилечек был. Сейчас покажу, что я хочу сделать.
давайте мы вот эти ножовкой по металлу пилочкой сделаем. Видите, да? Заусенчик у нас остался такой. И нам нужно его чуть-чуть так спилить. Все. Все ровно. В общем, народ. Вот теперь дилемма. Удастся ли мне уговорить Людмилу Александровну? Ну и второй вопрос. Да вроде как. Вроде как уже там Николаю с недельку прилетов не было. По области прилетает у нас. Вчера у нас две ракеты прилетало в Вознесенск. Две ракеты в Вознесенск прилетело вчера. И прохожий прям снял, как она летит. Если что, давайте вот внизу ссылочку кину на видео. Как прилетают крылатые ракеты с Каспийского моря. В общем. Короче, как-то так. Вот и думаю. Я-то поехать не против, вот супругу говорить, вот это будет задачка. А там таки может прилететь, да. Хотя вроде как там сейчас им не до этого. Сейчас там вроде как не до этого. Так, все. Все собрали, вернее, все почистили, теперь собираем. Ну, еще вот сам клиночек нужно вот это безобразие будет почистить. Но мы сейчас сначала вот это приведем в порядок, вот безобразие, а потом уже почистим. То. Шо. Сатинчик подновим ему. Подновим сатинчик. Нашу рубрику я пропустил, да, было стало. В общем, народ, вот так сейчас будет еще, видите, здесь есть чуть-чуть риски, вот здесь нужно будет выбрать. Ну, а было вот примерно так. Сейчас мы это все перетрем. Собираем все в обратной последовательности. Раз. Шайбочка, смазочка. Кап сюда. Раз. Кап сюда. Теперь чуть-чуть даже с этой стороны капнем. И теперь опачки и опачки. Все. Ножичек. Стоять. Вонку забыли. Вот теперь все. Все. Собираем. Сначала мы осевой поставим на место и подтянем. А потом уже, когда стяжные
подтянем осевой, разожмем, капнем капельку вот сюда вот на шарик где-то, и в принципе посадить можно тогда уже осевой на фиксатор резьбы и зажать его с нужным нам усилием. Так, раз. Два. Три. Ну вот, народ, и найдите. Есть какая-то разница? Я не вижу. Я имею в виду, что болтик отличается ли? Или болтик, или винтик. Раз. И теперь... Так, 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 осторожно, 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 не падать. Мне тут смывка пролитая не нужна. Капулечку капунем. Капунечку капунем. И, в принципе, собираем. Теперь уже подтянем и проверяем, есть люфточек. Вот, люфточка нету. Капунем сюда. Ага. Капелька есть? Есть. Ну вот, народ, вот этого более чем достаточно. В принципе, осталось что? Правильно заточить. Раз. Два. Эта коробочка у нас не была. Правильно. Вот здесь была. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И заточить. Сделать красиво, да? Ну, здесь вот так вот выглядит. Фактически их не видно, этих подводов. Но помните, да, ширина была очень разная. Сейчас мы постараемся сделать ровненький подвод. Независимо от того, что там было. То есть вот там была такая дорога, мы сделаем свой подвод ровный, красивый, аккуратный. Так, поехали. Камешек я только поменял, поэтому работать на нем одно удовольствие. Смотрите, сейчас вот показываю, как, о, как блестит. Видите, да? И сейчас что мы с этим всем хозяйством сделаем? Вот. Вот так, в общем. С этой стороны подводик вот такой вот ровный. Красивый, видите, да? Аккуратный. И с этой стороны такой же. Тоненький вот он. От начала до конца. Хотя вот здесь завал идет. Спуска, но его мы трогать не будем. На него залезать не будем, потому как это все металл. Понимаете, да, это все. Жизнь ножа. Вот тоненький, красивый, аккуратный, от начала до конца подводим. С этой стороны точно так же. Оп, оп. Все. Нож как новый. В принципе, можно пользоваться. Теперь осталось найти мусатик и подровнять. Чуть-чуть подровнять. Вот, вот, вот это вот хозяйство. 9 хром. 9 хром 18 у нас здесь. Молибденвана и сталька. Сыпется прям. Я не знаю, показать получится. Это, ну, я глазами вижу, как заусенчик прям сыпется пылью. Фру-фру прям. Такая, знаете, кусочки мелкие. Отваливаются и отпадают. Все, красота. Все, прям красивый, тоненький подводик у нас получился. И теперь мы его раз...
Да. Еще раз показываю. Тонюсенький и от начала до конца. Видите, с этой стороны также тонюсенький от начала до конца. Бумажечка наша. Хотел сразу тонко срезать, поэтому вот такую лапшичку можно нарезать, видите, да? Рез, ну срез ровный, не махрится, ничего, короче, вот. Не? На этой руке, да? Не? Давайте где-то вот здесь, вот, наверное. Вот так вот, видите, да? Абсолютно без проблем ножичкой можно бриться теперь. Все ровно, все четко, все красиво. И еще раз давайте покажем. Сатинчик наш вот так вот выглядит. И вот так вот выглядит механика ножа. Видите, да? Раз, вылетает, стреляет и все четко посредине, по центру. На сегодня все. Давайте пока-пока увидимся. Yeah.